С самого утра в центре Керчи работала выставка «Город мастеров». Каждый год в ней принимают участие все учебные заведения города. Как и в прошлом году, организатором стала команда творческих керчан во главе с директором детской школы искусств имени Романа Сердюка Татьяной Дашевской. Они постарались сделать все, чтобы каждый, кто пожелал, смог проявить вдохновение и продемонстрировать таланты. Общеобразовательные школы, детские сады, внешкольные заведения, школы эстетического воспитания, союз художников, музей, фотостудии представили свои работы. Заявили о себе и народные умельцы. Здесь все были наравне, и известные в нашем городе мастера и юные умельцы. Все работы привлекали внимание. Наши дети выставили свои работы за несколько лет, выставку. А сейчас это у них пленэрная живопись. Мы поставили для ребят несколько натюрмортов, как раз осенних, с виноградом, с яблоками, с красивыми кувшинчиками нашими крымскими. И дети на воздухе рисуют. Хотелось бы, чтобы посмотрели керчане, что наши дети не только в мастерской, они и на улице участвуют в пленэрах, ездят на различные пленэры, а сегодня они просто дарят свое мастерство нашим горожанам. Праздник удался. Это отмечали все, кто стал свидетелем яркого мероприятия. Но, как и обещали синоптики, погода резко вмешалась в планы организаторов. Вмиг сквер у театра Пушкина опустел. Редкие прохожие, экипировавшись, продолжали шествие. Выставку посетил мэр, ознакомившись с представленными экспонатами, которые уцелели при дожде. Так хорошо начавшись, мероприятие могло собрать еще много зрителей, но, как говорится, с природой не поспорить.